Здравствуйте, это канал Максимадзе, и давненько тут уже человек один писал, когда Angry Birds Space уже будет снова. Ну и вот, пожалуйста, давайте запишем. Ну и все-таки, да, действительно, надо бы пройти дальше бы. Было бы действительно неплохо. Короче, следующий эпизод называется Pig Deeper, и у него есть своя музыкальная тема. Когда вышло обновление с ним, этот саундтрек полностью заменил музыку из меню игры. То есть она еще там. Там в том главном меню, на главном экране играла тоже. Но однако с выходом следующего эпизода музыка старая назад вернулась. Но однако с выходом еще следующего эпизода снова появилась другая музыка, которая уже до финальной версии игры осталась. И эта новая музыка мне не понравилась, поэтому я поставил оригинальную, просто файл оригинальной музыки впихнул это в папку игры, заменив. Я в самом первом выпуске об этом говорил. Ну давайте, в общем, начнем. Короче говоря, здесь такая вот космическая водичка. У которой довольно-таки гравитация сложная. Так что придется как-то играть нам с ней. Долетит ли? Долетит. Так, кстати, надо посмотреть, на каких уровнях экстероиды находятся. Сейчас откроем и посмотрим. Кроме того, надо понять, как попасть в того свина. Блин, я не понимаю, как в него попасть. Физика такая сложная здесь. Непростая. Тут только что написали в ВК, что вышло обновление Hello Neighbor 2. Надо будет посмотреть и снять тоже. Потому что Hello Neighbor 2 это весьма интересная игра. Бета предыдущая была офигенная.
Angry Birds Fandom. Открываем. Там будем смотреть, где экстероиды находятся. Экстероидс. Так, это у нас шестой. Так, в этом эпизоде только один экстероид, он находится на 9 уровне. А у нас... Это только 5. А, нет, не на 9 уровне, это экстероид 9 сам. А уровень 24. До него нам еще далеко. Жалко, что кусок дерева остался. Если бы дерево вообще бы не осталось, оно бы вся затонуло. Ну так же. Сложно, сложно. Может, лучше другую вон тут попробовать. Но особо толку это не дало. По вот этим фигням урона она не нанесла большого. Если обрубить якорь, то вряд ли что-то произойдет. Потому что все-таки дерево не тонет. А, камень у него улететь может. Так, а вот теперь как в последнего попасть? Надо попробовать как-нибудь. Как не повезло сейчас, а? А, вот, отлично. Это было эпично. Это что, глаза, что ли? А, это просто камушки такие. Я уж думал, ничего себе, глаза в камнях. Да вы что? Ну вот это да, глаза. Ну хорошо, что их только два, а не так много. Так, осталось вон до того, да, лететь. Такой уровень нет у нас, 8 только. Всего также 30 будет.
Не успели посмотреть, сколько там звезд, ну и ладно. Звезды нас не сильно интересуют. А он не обрубается, серьезно? Но почему же он не обрубается? А, наверное, лучше в динамит попасть в этот. Может, этот якорь обрубить сможет? И он тоже не может. А зачем эти якори тогда? Попробуем тогда вот снизу. Блин. Камушки дурацкие эти. Так, ну тут и видно, что надо попасть вон в те камушки. И как он... А, упадет все-таки. Надо. Да ладно, что он не упадет? Да, блин, что же она не долетела-то? Ну, другое дело. Кажется, надо им все-таки до той гигантской фигни долететь, но похоже не получится. Я что-то не могу понять, как долететь туда. Тут все мешает.
О, прям в самый этот эпицентр. Прям туда, куда нам нужно. Теперь нам важно попасть в этих свиней. В чем я не очень-то что-то уверен. Тринадцатый уровень. Чуть-чуть до динамита не долетело. Блин, ну что за неудобство такое, а? А, кучка свиней падает. Очень медленно, офигеть. И камушки их настигнут. Жирный свин, который сдох, даже не успев упасть вниз. Не успел сдохнуть, и это очень печально. Лучше так сделать сразу, чтобы не ждать, пока он упадет. Маловато что-то упало. Так.
Взрыв сработал до того, как в реальный взрыв сработал. Это глюк игры сейчас был или что это? Блин. Блин, ну я не смогу тут долететь. И сейчас то же самое было. Немножко не туда, походу, стрельнул. Блин, она не может долететь до них. Я, похоже, нам надо... вот эту вот хрень вот сюда запульнуть. Вот, правда, она не достанет, да. А может, лучше эту? Вот сюда запульнуть. Не хватило немного, не хватило. Не, не долетает. Проблема еще в том, что она до этого, до этой свиньи не долетает. Долетело, но он не сдох. Обалдеть просто. Девятнадцатый. Не так уж и далеко осталось до яйца. Как это сложно делать, а? А, я уж думал, он...
динамит должен был взорваться, когда он в эту упрется. Хотя нет, все равно лучше не стало. Уровень этот сложноватый. Я думаю, лучше динамит этот скинуть туда. Вот было бы, кстати, может быть, вот эту фигню убрать отсюда, чтобы динамит упал туда, вниз. Хотя, кстати, что-то я не думаю, что так оно должно быть. Динамит этот... А, мне кажется, что... Не, а, нет, не должно, не должно. Я думал, если свина это убрать, лодка подымется, но даже сейчас видно, что не подымется. Ох, надо было подождать, пока он сдохнет. Не, все-таки эти кусочки говна мешают динамит скинуть вниз. О, ну, даже кусочек веревки мешает, все мешает. О, сейчас получше. А, нет, не лучше, потому что тут кусочек дерева, вот этот квадратный, сейчас тоже все мешает устроить.
О, может сейчас сработает? Давайте попробуем. А, нет, это бесполезно, потому что он не тонет. Блин, она еще и держится за эту фигню, что ли? Подыхай ты быстрее. О, вот сейчас с этими прям взорвется. Наконец-то. Нет, нет, пока нет. Вот самый неподходящий момент. Какой-то. Их не взорвется. Отлично. 23-й, значит, на следующем будет яйцо. Ну зашибись просто, блин. Ненавижу, когда какие-то маленькие предметы в самый неподходящий момент летят. Да ё-моё, ну что такое? Ну, сразу два этих, две области. Отлично, вот это было нормально. Три звезды, которые были получены, доказывают это вполне.
Так, по-другому как-то нужно. Пакмана, кстати, напоминает очень. Блин, не тонет. Рановато. О, камушки, я даже их не заметил. Блин. Так, надо в динамит попасть. Из-за этого дурацкого заграждения я не могу это сделать. Может, лучше в этот динамит попасть сначала? А нет, это ничего нам не дало. Да блин, ну что такое? Интересно, куда?
такого. Это лавовый камень. Что он сделает на этой планете? Блин, он остыл. Когда оказался в воде. Это нам свинью такую подложили. Блин, ничего это нам не дало. Камень еще и ничего не ломает толком. Да не туда, блин. Эх, что же такое-то? Сколько там? 27-й? А, я забыл, что якорь этот не ломается. Цепь не ломается, это. Через якорь через этот пройдем. Если нам. А, ну можно. Он туда, конечно. Блин, свин этот прочный такой, оказывается, у нас. Да блин, ну чё он прочный такой? До этого динамита так просто не достанешь. Здесь на цепи нельзя заморозить? Нет. А, это помогло якорь срубить. Это нам особо толку не дает, потому что там мешает все подряд. И вот вопрос, достанем ли мы до этого жирного свина? Конечно же, мы не достанем. Давайте срубим этот якорь. Теперь-то я понял, что надо с ним делать. Правда, надо сначала убить этого жирного свина, который очень сильно мешает. А вот как его убить, я пока не знаю. Как-то так. Как бы до воды достать, до этой, до динамитов, до тех.
Вот отлично. Нифига себе, это что еще за осьминог странный какой? Не все, правда, срубили. Блин, это никакого толка вообще не дает. Не может до последней достать. Сейчас, поди, опять не все срубит, я так думаю. А, нет, все. Только жирного свина-то мы как убьем? А то его изначально все-таки. Срубать, чтобы... Камушек этот потом на него упал. Да блин! О, вот так вот нам надо. А хотя нет, не совсем, потому что жирный свин-то не сдох. Какой-то сложный уровень этот вообще. Да ты здесь издеваешься, что ли? Сейчас падение убьет. Блин, я вообще все не так сделал. Может, все-таки надо так свина этого убивать?
Ну, не думаю. Может, лучше деревянные эти фигни срубить. А, ну камушек этот упавший его убьет. О, хорош. Ну, наконец-то у нас есть возможность пройти этот уровень. Все. Нет, походу, этим красным не убьешь. Она не долетит до камней. Во-во-во, давай. Якорем, может быть, поскидывать. Рановато, рановато я бросил. Не задел, да ты что, серьезно, что ли? Опять рановато. Точнее, поздновато это было. Thank you.
Блин, сколько камней на него напустить надо? Это динамита еще и не достал. Наконец-то. Так, прошли мы этот эпизод наконец-то. Целый час прошел. Ну что ж, давай. На сегодня все. С вас лайкос подписался. С меня эпичный видос. Подписывайтесь на стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.